Люблю природу, а особенно люблю будяки. Ну, их называют будяки, но вот это фактически это знаменитая расторопша, с которой делают различные гепопротекторы, лекарства для очистки печени. Ну, вот такая выросла громадная, наверное, метра полтора, да нет, метра два на моем огороде. Я люблю такие растения, не трогаю. У меня еще есть будяк, 2,5 метра, никак не доходит руки его снять. Ну, и видите, вот эти вот цветочки. Одни цветут, другие уже отцвели. Так вот это вот собирают, вот эти соцветия сушат на шрот, и можно уже пить. И, как говорится, печень будет здоровая и крепкая, и выдержит все передряги. Видите, и этот будяк, он же чертополох, он же расторопша, он очень классный медонос. Видите, тут и пчелы, но вот пчела плохо получилась, а шмели лучше. Рядом подсолнух растет, вот такая веселая картинка. Короче, полюбуйтесь, понаблюдайте. Если увидите что-то на природе, знаете этого, это вот такая расторопша. Она же чертополох, национальный цветок Шотландии. Шмели ее очень любят, потому что очень много нектара в этих цветках. И цветут они долго. Одни отцветают, другие начинают цвести. Вот, если понравилось видео, поддержите его лайком, а еще подпиской, чтобы был стимул снимать для вас новые видео. Улетел шмель в свой удел. Вот видите, сколько их тут, цветочков. Вот 2 шмеля резвятся. Вот такая вот картина. Можете собрать его и лечить свою печень. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.